18-річна Надія каже, пам'ятає до дрібниць, як людей виводили з підвалів Азовсталі та везли до Запоріжжя. Нас вивезли за територію заводу наші воєнні, передали нас російським воєнним і нас вже повезли в безім'янне село, вроді. И уже под сопровождением там Красного Креста. Ну, все время мы с завода сопровождались Красным Крестом и ООН. Им тоже мы очень благодарны, потому что мы чувствовали себя в безопасности. Нас там обыскивали, раздевали, проверяли документы, телефоны. Я не знаю, что сейчас с моим телефоном, потому что я переживаю очень, потому что, скорее всего, там какая-то прослушка, не знаю, что с ним делать. Смотрели на наличие татуировок, шрамов. Задавали такие вопросы провокационные. Даже это не вопросы, это утверждения, скорее всего, были. Типа, вас били. Ну, хотели наговорить как бы на наших военных, но у них ничего не получилось. С людьми очень косо смотрели. С женами военными вообще общались. Называли их проститутками, подстилками военных наших. Только потому, что мы едем в Украину, обратно на родину, на свою. За словами Надії, військові дуже допомагали людям, коли ті жили під землею. Вони останній місяць віддавали нам свою їду і воду. Самі їли один раз в день, якщо в них вийшло, якщо не вийшло, взагалі не їли. Ходили к нам в гості, провідували нас, вони дуже хороші. Ми їм дуже благодарні за це. І ми хочемо, щоб їх оттуда забрали. Дуже. Там дуже багато погибших воєнних. И раненых, которых нужно оттуда забрать. Раненые просто без ничего, там умирают люди, много людей. Надія згадує, плакала, коли, від'їжджаючи, дивилась у бік рідного Маріуполя. Когда остановились в Мангуше, мы стояли, смотрели в сторону нашего города, мы плакали, потому что над городом просто облако черного-черного дыма. Все горело, и до нас дошла информация, что как только мы уехали, очень сильно обстреливать начали завод. Очень сильно. Новини на Суспільному. Запоріжжя.